Всем доброе, прекрасное утро. Утро у нас замечательно, солнышко. Ну, хотелось бы дождика. Уже почти все посеяли, посадили. Надо, чтобы дождик пошел. Ну, будем ждать. Сухо у нас. В том году у нас дожди шли, а в этом году дождей почти нет. Так, у меня завтрак. Нашла гречки немного, оставляла когда-то на суп, а это вдруг обнаружила, забыла за нее. Ну, будет на раза два, может, для меня, а может, суп сварю, не знаю. Меня не очень любят суп гречный, вообще гречку не очень. В общем, сварила себе гречки, тут 50 грамм гречки в сухом виде, 4 грамма масла, получается 200 калорий. Вот, ну и кофеек, как обычно, с утречка. Водички попила, завтрак приготовила, своим сварила пюрешечку, вот, и есть сосиски, не стала ни котлет, ничего делать, сосиски, и просто сосиски. Ну все, всем приятного аппетита, буду завтракать. Все, провела сестру, так что... Сама никуда не поехала опять, у меня работы полно. Уже с понедельника начну другую жизнь. Все, сестра поехала. А я сходила еще в этот ларечек свой. Вот, наконец-то я. И немного скупилась. Вроде такого ничего не купила, но цены в Хавайсе, как это кажут. Взяла рис, а то у меня уже закончился. Хочу плов сделать. Муки взяла, потому что пеку сейчас много. Ну, а что, печенье. Простое печенье, считай, 80-100 гривен килограмм. Это лучше самому что-то спекти. Творение повидло полный погреб, так что можно что-то там выдумывать. Погода прекрасная. Сегодня, правда, уже раза два, наверное, гудела сирена. Так нормально. У нас лето практически. Сушь. Ну, у нас всегда так. У нас редко такое, чтобы дожди шли. Это в том году было как-то аномально. Что вся весна и поллета и шел дождь. А потом жара тоже бросила суши. Жара. Такая у нас погода засушливая. Сейчас еще и вода подорожала, особо не пополиваешь, дорого. У нас раньше до войны нам помогали, нам давали от города, давал город по 500 гривен на воду. Это было хорошо, практически хватало на полив, так как помощь была пенсионерам, бюджетникам. Вот. А в этом году уже на это... рассчитывать не приходится. Все дорожает. Даже с сегодняшнего дня проезд на автобусе по 10 гривен. Вот представьте себе, кому ездить на работу. Это на площадь 10 гривен. Из площади уже 20. А там, наверное, вообще еще дороже маршрутка, чем 10. У нас всегда там на гривну на 2 дешевле, чем маршрутка в городе. Потому что у нас не очень длинный маршрут автобуса. Ну, представьте, человеку каждый день гривен 50 тратить на проезд, а то и больше. Да. Ну, что ж, ничего не сделаешь. Такая сейчас обстановка. Бензина тоже нет, хорошо хоть ходят. Бензин только для транспорта, для частников нету. Разбомбили наши все... нефтеперерабатывающие заводы, освободители, чтобы не поругаться по-другому, освободили нас от бензина. В общем, иду домой. Я с утра уже приготовила завтрак, накормила, вот, сама поела. Теперь буду готовить обед и на огороде. По чуть-чуть. Вчера немного сестра помогла пололи с ней там. Ну, совсем чуть-чуть уже вечером. А у меня еще тоже со зрением, когда вот так сумерки начинаются, я плохо вижу. В лесу я плохо там, плохо вижу. Типа куриная слепота.
хотела еще там ответить женщине одной, она мне уже, по-моему, два раза писала. Если я буду питаться, как вы, я вылечу поджелудочную железу. Такой вопрос интересный. Как же я вам могу ответить, вылечите вы или нет? У меня ж не лечебное питание. Я просто питание для похудения. И не то, что я там его как-то выработала, это какая-то диета или еще что-то. Я просто ем то, что у меня есть, и то, что я считаю нужным, чтобы было более-менее полезно вот эти травки. Ну, потому что ну, так как-то интуитивно я это чувствую. Машина сзади. Машина сзади. Ух, разлаялись собачатки. Машина проехала. Здрасте. Ой. Сосед напротив, который живет, приехал. Он как дачу тут держит. Родительский дом. Родительский дом у него тут. Взяла муки 2 килограмма, 2 килограмма риса и яйца. Вот, считай, 4 килограмма, что там те яйца весят. И еле тащу сумку. Слабая я стала. Какая-то такая слабая стала. Ну, что я сделаю? Нервы, вы знаете, все вот это через себя пропускаешь, стараюсь не думать, а оно не получается. Сирень уже расцвела. Я сестре сломала вот тут вот. От ухту. Павлович курочкам травки нарвал, черничи взял, мы рвали траву. Павлович травку несет. Добро, добро несете, да, Павлович? Здрасте. Слушаем нашу эту самую. Широкая штурманулась. На нульце. До Широкого уже достали? Да. То Широкое одне там по Днепропетровск. Да, то я знаю. Да. И оце. Ну, вас може, що плоть нет. А я вчора думаю, ну що ж воно? Гур. Щоб їм там пообсихало все, що може. Тепер за самоліт. Кажу, ти знаєш, що самоліт? Ти в курсі діла, що самоліт? Бачиш? Самоліт це. А що самоліт? Не самоліт, це пароход. А, так ну це, да. То я знаю. Да. Ну я не знаю, то вони вчора там так неясно казали. Так, да, неясно. Чи потопили, щось оце. Ну подбили, а чи потопили, чи ні, подбили. Слушай. Що ж це, я тільки бачив, ти була сьогодні на базарі? Ні, не була, це я з ларька, Павлович. А будеш на базарі? Сьогодні ні, здравствуй, Юра. А коли будеш? Или в середу, наверно. Бо... Слушай, тому я клоні. Я все забуваю тобі сказати, думав, що це Юра. Поїхав на Содвору, розмили. Вон за домом начали убирати траву. В тому году тут були помідори. Правда, кришу, коли... строили, то были их засыпали. Ну, хочу все равно тут посадить будовые помидоры и, может, огурцы. Да хочу показать вам пион свой опять. Видите, какая красота. Хотела показать, как же мне стать, господи, чтобы пиона не было. Вот это вот уже, вот это он раскрылся уже полностью. Видно? Или не видно? Что-то я сама не пойму. Тут солнце не видно. Вот это уже полностью раскрылся. Вот такие они бутоны. Вот это полностью раскрыты. Вот это полностью раскрыты. Ну вот, ну еще не все раскрылись. Вот такой красивый. Смотрится великолепно. Его как-то рассадить, но боюсь, я его трону, чтобы он не пропал. Пусть сам, пусть разрастается. Уже час дня. Пойду. Уже наработалась. Ой, расстроилась. Из-за этой дорожки. Положили мне эту дорожку просто так, понимаете? А под низом пырей. Вот он лезет из-под нее. Я вон копала-копала. Ну, покопала. Вот картошку посыпали. Вот сестра помогла чуть-чуть картошку посыпать. Ну, еще работает тут непочатый край. Сейчас нарвала уже себе чеснока, лука. Сейчас одуванчик вырвала. Вот, поставила сварить, чтоб яйца, картошка, сделаю себе, как обычно, салат. Ну, мне нравится. Я люблю такой салат. Вот, и буду обедать.
якось. Слышите, гудит. Музикальная шкатулка наша гудит. Сегодня уже, наверное, четвертый раз. Третий, не, наверное, четвертый, если не пятый. Ну хорошо, пойду я. Пойду я обедать, обед готовить.